Здравствуйте, все сладкоежки, те, кто любит вкусно и сладко поесть. Сейчас мы будем кушать не только вкусно и сладенько, но и полезно. Для этого мы с вами приготовим яблочный пряный пирог. Что нам для этого понадобится, я вам все подетально и пошагово расскажу и покажу. Для приготовления нам понадобится 2 яйца. Все это тщательно взбиваем. Яйца взбили, добавляем 100 грамм творога. Пятьдесят грамм кефира. Протеиновый коктейль Формулы 1 от Гербалайф со вкусом ванили. 4 мерные ложки. И овсяно-яблочный напиток. 1 ложка. Все это аккуратно перемешиваем. Перемешиваем до однородной массы. Так, основа у нас готова. Теперь приступим к яблочкам. Яблочки можно почистить, можно не чистить, по желанию. Но семена и плодоножки убираем. Яблоки нарезаем полукольцами. Можно нарезать дольками. Я буду нарезать его полукольцами, чтобы выложить веером. Теперь берем форму, подготовленную для выпекания, и выкладываем нашу основу. Равномерно распределяем его по дну нашей формы. Замечательно. Также можно посыпать сверху корицей, но это по желанию или на любителя. Теперь помещаем все в духовку при температуре 180 градусов на 30-35 минут. Ну вот, прошло 25 минут, и наш пирог уже готов. Посмотрите, какой он румяный и красивый у нас получился. Сейчас мы его просто немного задекорируем, и можно подавать к столу. Возьмем свежие ягоды. Все это обильно сдобрим сахарной пудрой. И можно подавать к столу. Наш яблочный пирог готов. Всем приятного аппетита!